Оль, когда мы что-то меняем вокруг себя, начинает происходить волшебство. А скоро Новый год. Давайте не будем об этом забывать и обновлять свой интерьер. Итак, внимание, внимание! Только сегодня комплект штор «Романтик». Сенсационная низкая цена для фотоштор. И в этих шторах таятся восхитительные эмоции, которые поселятся в вашем доме. Оля, действительно, в вашем доме будет царить романтика, будет царить любовь и, конечно же, нежность. Ведь здесь у нас настолько нежные, настолько легкие розовые оттенки, практически пастельные. Ну и, конечно, роза, царица цветов. Комплект штор «Романтик» – это воплощение романтики в вашем доме. Ты знаешь, Оль, я считаю, что вот мужчины бывают разные, но как ни крути, тон им задает и именно наш интерьер, какие они становятся дома. Поэтому шторы меняют не только наш интерьер, но и тех, кто нас окружает, наших жильцов и наших, конечно же, вторых половин. И это точно. Создать уют – это задача женщины. Так вот, давайте посмотрим на преображение вашего дома всего лишь навсего с комплектом штор. И комплект штор «Романтик» сегодня еще и со скидкой. Это приятное предложение. Ну, ты знаешь, Кать, я вообще слышала, что в Новый год нужно входить не только в новом наряде, но еще надо обновить свой дом. Но делать ремонт полностью – это дорого, затратно и долго. Но как мы можем решить этот вопрос? Олечка, ты абсолютно верно все слышала. Я об этом всегда говорю, что очень важно обновлять не только свое платье. Ведь как мы входим, Оля, в Новый год? С новым платьем, с новыми туфлями. Это обязательно. Так и интерьер у вас также должен быть новым. Давайте обновим свои шторы, постельное белье и покрывало. И вот он, пожалуйста, новый интерьер. Постельное белье и покрывало будет чуть позже. А сейчас мы будем говорить о наших шторах, романтичных шторах. Задайте романтичный тон вашему интерьеру. Ну и чем уникальны наши фотошторы «Романтик», что они великолепно будут украшать каждый интерьер. И классический, и современный. Прекрасно сочетаются с классической коричневой мебелью. Вот это отлично, кстати. Да. Многие задумываются, а подойдет ли в мой интерьер? В какую комнату рекомендуешь такие шторы? Ты знаешь, шторы? В свою комнату я повесила себе в спальню. Такой вариант. У меня классическая светлая мебель, у меня получилась романтичная комната. Ну и, конечно же, шторы «Романтик» великолепно украсят гостиную. И для детской комнаты будет также прекрасное решение. Оль, ну что очень важно, у нас ведь не только комплект фотоштор, у нас также есть фототюль. Дизайнерский, о нем мы поговорим немножечко позже, оставайтесь с нами. Ну, а сейчас мы также продолжим про шторы. Оль, знаешь, чем еще уникальны наши фотошторы? То, что у них имитация ламбрекена. Вот, это очень здорово. Но, кстати, если вы заказываете и комплект штор, и комплект тюля, вы получаете с бесплатной доставкой убранство для вашего окна. Так, научи нас, просвети, что такое ламбрекен? Ну, смотри, как выполнены наши шторы. Сейчас мы это увидим. Да, пожалуйста, задвинь нашу портьеру и покажите общий план, чтобы мы показали этот ламбрекен. Вот он, Олечка, посмотри. Только у нас он получается такой глубокий, как арка прям. То есть действительно это истинное произведение искусства в вашем интерьере. Получается такая многослойность, глубокие шторы. Знаешь, такой эффект присутствия. Хочется вам прям зайти в эту арочку. Как будто это арка ведет нас в розовый сад, розовых снов, розовые мечты. Заказывайте прямо сейчас. Это спецпредложение дня. У нас ограниченная партия. Это романтичное предложение будет и прекрасным подарком. А вы уже подумали, что будете родным дарить? Или в последнюю минуту будете бегать по магазинам и хватать, что осталось? Нет, это нельзя допустить. Оформите заказ прямо сейчас. Вот, Кать, как ты считаешь, если мы закажем комплект штор и комплект тюля, это идеальное решение или лучше отдельно? Нет, Оля, не нужно отдельное. Я как эксперт рекомендую заказывать полноценный образ. Ведь каждому дому, каждому окну необходимы и портьеры, и фототюль. А почему, я расскажу немного позже. Это будет очень интересно. Оля, но сейчас я бы хотела рассказать про качество наших фотоштор. Обращаю ваше внимание, насколько у нас, во-первых, смотрите, легкая драпировка. Такая прям воздушная. Но
Наши шторы изготовлены из особого плетения. Называется оно Оксфорд. Либо еще Оля называет его Панамское. Несмотря на то, что шторы такие легкие, струящиеся, они обладают необычайной прочностью, которую прямо сейчас мы проверим в прямом эфире. Будешь рвать? Но не смогу я этого сделать, Олечка. Посмотрите внимательно, швы не разошлись, плетение не повело, ведь это плетение Оксфорд. Оно обладает высочайшим качеством и прослужит вам без потери качества 15 лет. Вы только вглядитесь в эти нежные розы, в этот фантастический розовый цвет, как он освежит ваш интерьер. Представьте, каждому хочется обновления дома, но обновить дом очень просто, лишь только заменив шторы. Вы себе платье присмотрели к Новому году? Нет? Смотрите рубрику «Мода», а на рубрике «Дом» платье для вашего окна. Оля, и что самое главное, для каждого окна. Ведь наш комплект фотоштор идет на шторной ленте, а это значит, что он подойдет и на крючки, и на крокодильчики, и, конечно же, на кольца, на каждый карнир, в каждый дом и в каждый интерьер. Оля, а что если самое главное? Окно маленькое, бывают окна маленькие, вот подойдет? Оля, шторная лента обладает драпировкой, помимо того, что это на каждый карниз, еще можно их подсобрать. Ну, опять-таки, у нас ведь два полотна, если совсем маленькое, пожалуйста, можно их и разъединить. Посмотрите, пожалуйста, как преображается интерьер. Он наполняется свежестью, наполняется романтикой. И, как я вам говорила, розовые оттенки великолепно сочетаются как со светлыми, так и с темными, и с яркими интерьерами.